которых мы часто боимся, хотя они безобидны. Есть много представителей животного мира, которые выглядят очень устрашающе, но на самом деле совершенно безвредны для человека. Одни из этих существ наводят страх своими размерами, другие пугают нас острыми зубами и большими клыками. Но на самом деле эти создания должны больше опасаться человека, чем наоборот. Внешность часто бывает обманчива. Давайте рассмотрим животных, которые выглядят опасными, но при этом не могут нанести никакого вреда человеку. Поперечно-полосатая королевская змея. Поперечно-полосатая королевская змея считается опасной, так как она очень похожа на одну из самых ядовитых змей – кораллового аспида. Обе они имеют в своем окрасе красный, черный и желтый цвет. Но одна совершенно безобидна для человека, другая же смертельно ядовита. Гигантская акула. Приближающаяся пасть этой рыбы может стать вашим ночным кошмаром, но на самом деле бояться нечего. В отличие от других хищных акул, гигантская акула питается планктоном, мелкой рыбой и беспозвоночными. Огромные размеры делают ее второй по величине рыбой на планете. Она может достигать 12 метров в длину и весить более 5 тонн. Морская свинья. Морская свинья – это очень странно выглядящее подводное животное. Эти маленькие создания передвигаются благодаря своим трубчатым ножкам. Многие люди пугаются их необычного внешнего вида, но эти существа питаются исключительно органическими частицами. Скат-манта. Это самый большой скат в мире. Он может достигать 7 метров. Несмотря на огромные размеры и причудливую внешность, дайверам он не угрожает. Питается это животное мелким кормом, таким как планктон. Гриф. Грифы могут выглядеть пугающе, благодаря своей лысой голове без перьев, большим крыльям и привычке появляться там, где есть труп животного. Но эти хищные птицы безвредны для человека. Они обычно питаются падалью, их когти довольно короткие и приспособлены скорее для того, чтобы ходить, а не убивать. Но когда еды не хватает, они могут охотиться и на живую добычу. Китовая акула. Китовая акула – самая большая рыба в мире. Ее размеры зависят от пола. Самки достигают около 20 метров в длину, тогда как самцы обычно немного меньше. Эти морские гиганты не нападают на человека. Фрины. Эти пугающие животные выглядят как помесь паука и скорпиона. Многие люди испытывают к ним страх и отвращение, хотя эти создания пугливы и не агрессивны. Известно, что у них нет яда, поэтому они не представляют опасности для человека. Жук-геркулес. Это потрясающее насекомое может достигать более 17 сантиметров в длину. Такие размеры делают его одними из самых больших существующих ныне жуков. Несмотря на устрашающий рог, они безобидны, так как являются травоядными и питаются в основном фруктами. Европейский желтохвостый скорпион. Лишь 25 из 1750 известных видов скорпионов обладают ядом, способным убить человека. Длина тела европейского желтохвостого скорпиона составляет приблизительно 4,5 см. Он является наименее опасным для человека. Несмотря на его устрашающий вид, укус этого существа больше всего напоминает укус пчелы. Китайская исполинская саламандра. Китайская исполинская саламандра может вырастать в длину до 2 метров и является одной из самых больших амфибий в мире. Это внушительное животное питается в основном насекомыми, мелкими рыбками и другими земноводными. Вид находится под угрозой исчезновения из-за загрязнения и браконьерства. Опоссум. Опоссумы, пожалуй, самые безобидные и полезные из всех животных, живущих рядом с человеком.
Их часто считают вредителями и обвиняют в опрокидывании мусорных баков, но они редко представляют собой угрозу и просто занимаются своими делами. Многие люди путают их с большими крысами из-за белой мордочки, голого хвоста и светящихся глаз. Они способны переваривать практически все, включая кости мертвых животных, и тем самым помогают сдерживать распространение болезней. Тарантул. При виде тарантула у некоторых людей бегут мурашки по коже. Такую реакцию вызывает волосатое тело паука и его длинные ноги. Но на самом деле этот вид безопасен для человека. Он может укусить, но его яд слабее пчелиного. Любители пауков часто заводят тарантулов в качестве домашних животных. Гавиал. Гавиал похож на крокодила во всем, за исключением его длинной узкой морды. Часто думают, что эти звери могут напасть на человека, но на самом деле у них слишком хрупкие челюсти. Молох. Эта австралийская ящерица выглядит жутковатой на первый взгляд. Молох вооружен целым набором острых шипов, вырастает всего до 20 см в длину и питается муравьями. Помимо того, что он стреляет кровью из глаз, если чувствует опасность, нет причин опасаться этого маленького создания. Вампировые летучие мыши. Вампировые летучие мыши обладают особенно устрашающей репутацией. Они действительно питаются кровью других животных и ведут ночной образ жизни, но они предпочитают пить кровь у крупного рогатого скота и других животных. Они практически никогда не кусают людей. Не стоит и говорить, что даже если они вас укусят, вы ни во что не превратитесь. Рыба-топорик. То, что выглядит как чей-то самый ужасный кошмар, на самом деле является маленькой, глубоководной мезопелагической лучеперой рыбой, обитающей в тропических и субтропических водах. Это небольшое существо, достигающее порядка 12 см в длину, точно не сможет навредить человеку. Телефон хвостатый, хвостатый паук. То, что выглядит как гибрид между пауком и скорпионом, на самом деле является телефоном хвостатым, паукообразным, похожим на настоящих скорпионов. Независимо от того, насколько пугающими могут вам показаться эти существа, а они действительно выглядят жутко, на самом деле они редко достигают 3 см в длину. Кроме того, у них нет ядовитых желез. Тем не менее, они все же могут прыскать комбинации уксусной и каприловой кислот, если ощущают себя в опасности. Однако это не идет ни в какое сравнение с укусом скорпиона. Гигантская африканская многоножка. Гигантская африканская многоножка является одной из самых крупных многоножек в мире. Это тропическое 256-ногое существо питается исключительно разлагающейся растительностью и органическими материалами. В некоторых странах люди содержат их в качестве домашних животных. Складчатоморда и листонос. То, что кажется кошмарным монстром из научно-фантастических фильмов, на самом деле является маленькой и абсолютно безобидной летучей мышью, питающейся фруктами. Эта летучая мышь эндемична некоторым странам Центральной и Южной Америки. Фаланги. Фаланги являются жертвами целой череды мифов, которые включают историю о споротых животах верблюдов, поедании спящих людей и мощных ядовитых укусах. На самом деле фаланги не причастны ни к одному из этих мифов. Несмотря на то, что они выглядят жутко и опасно, они не являются ядовитыми животными, хотя их укус может быть и болезненным, но точно не фатальным. Гигантский изопод. Гигантский изопод, являющийся отличным примером глубоководного гигантизма, дорастает до 36 см в длину и обычно обитает на глубине сотен метров под водой. Несмотря на его жуткий и инопланетный вид, это животное абсолютно безопасно. Меланоцет Джонсона. Меланоцет Джонсона, обитающий в водах тропического и умеренного поясов, безусловно, выглядит жутко.
Он заманивает свою добычу с помощью странной светящейся антенны, растущей у него изо лба. Несмотря на его отвратительную внешность, это глубоководное существо не питается человеческой плотью. Друзья, а вам приходилось сталкиваться лицом к лицу с одним из этих существ? А возможно, вам известны другие безвредные животные с угрожающим видом? С нетерпением буду ждать ваших комментариев. Еще не подписаны? Скорее подписывайтесь! А также жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новые выпуски «Живой планеты». До новых встреч, друзья! Берегите себя и наш маленький, уютный дом под названием «Земля».